Чернышев. Заключенный, держи дистанцию. Заключенный, отойди. Заткни ебало. Не мешай спать. Таня Чернышев. Заключенный, тебя надо выпустить. Так, сейчас разберусь. Подожди. Так, это сюда. А, черт, сломала дверь. Так, заключенный, но я думаю, ты пролезешь. Таня Чернышев. Запуск. Хотел вас ликвидировать. А мы ликвидируем их и воспользуемся их оружием. И когда нужно будет потратиться немножко времени, поступать чуть-чуть, пока не убьют. И у нас убийство. Марка уточняется по всей площади, общей площадь 30 метров. Квадратных, угроза взрыва баков. Смотрю, опять теракты происходят. Да не говори, заебали твари. Эти первые записывают информацию, машина горит. Кого я туда отправлю? Вот что мне толку и писать эту информацию? Машина горит, а здесь целое это горит. Ушел полтора, повторяю. Есть что творится. Чего творится? Ужас. Тихо. Все, давай. На работу пора. Мистическая мысль заканчивается.